Всем привет, ребят! Сейчас мы посмотрим заявку от Гастона. Гастон, спасибо тебе огромное, то, что ты меня поддерживаешь на Патреоне. Я очень-очень этому рада. Гастон, как мы все помним, из Франции. Для меня это вообще удивительно, что из других даже стран. Вот. Гастон у нас отвечает за Power Metal, потому что он опять попросил посмотреть еще одну группу, которая играет в этом жанре. Такую группу я вообще не знаю. Я как бы с Power Metal вообще особо сильно не знакома, но такую группу я даже не слышала. Может быть, кто-то среди вас здесь есть фанаты. Вот, эта группа называется Astralium, если я правильно прочитала. Это итальянская группа. Я даже не представляю, как это на итальянском звучит Power Metal. Вот. Они до этого назывались, оригинально у них было название Black Roses, но, видать, много этих есть таких названий, они решили переименовать. О, Расмус, есть такая песня. Да. Вот, скорее всего, так и путали. Вот, они образовались в 2014 году. Вот, девушка, она, как я понимаю, певица, потому что тут написано сопрано-сингер Роберта Папалардо. Я не знаю, как правильно читается, потому что в российской интернете про них вообще ничего нет. Я вот читаю сейчас с этого Фейсбука, и ну тут все на английском. Ну, часть итальянский, часть английский. И басист. Я не знаю, как прочитать это имя, конечно. Ну, короче, это, походу, муж с женой. Джузеппе, вот. Джузеппе Папалардо, наверное, так и просите. Если это не так, у меня свет упал. Вот, Саша сейчас починит пока, я тут вам расскажу немножечко. И также... Вот для чего я нахожусь на канале. Также этот гитарист... в общем, они выступали на местном фестивале, мы починили свет скотчем. Вот, сейчас посмотрим, а потом оцените, ребят, понравилось вам или нет. И мне хотелось бы, чтобы Гастон побольше написал про эту группу, потому что интересно. Это что-то, опять же, новое, новые группы, которые мы вообще еще не слышали. Что очень большой плюс в этом, в плане выбора. То, что это не заезженные, мы смотрим одно и то же, когда очень куча много разных реакций, а каждый раз что-то новое. Так что, Гастон, спасибо тебе большое. Давайте сейчас приступим к просмотру. Как будто мини-фильм. Напоминает Ромео и Джульетта чуть-чуть по стилю такому. Очень красиво.
Если знаете такую группу, они из Швеции, там раньше мама пела, ну, сын поет, он вокалист группы, и в группе пела еще мама. Надо посмотреть. Надо вам показать, да. Вот мне немножко по манере пения напоминает, и я как понимаю, power metal разделяется на несколько поджанров, потому что мы уже сколько смотрим power metal, они все различаются между собой. Вот. Сейчас дальше узнаем. Сделали очень интересно даже. Какой кадр? Стоп-кадр шикарный. For my reality, I like to там пелась, раз она так в конце плакала. Это, видать, какая-то сказка, скорее всего. Но песня-то как переводится «Путешествие». Может, правда, как Ромео и Джульетта? Да, может быть, похоже. Либо она там что-то искала. Я думаю, там очень красиво, наверное, получится перевод. Вот. Вот этот, такого мне нравится power metal в таком стиле. Я не знаю, как это поджанр называть. Пожалуйста, те, кто разбирается в этом, напишите. Потому что вот это мне интереснее слушать, чем такой классический, что ли, больше. Вот. И здесь очень интересно то, что молодая группа, ну, сняли офигенно классный клип. Да, он простой, но он очень интересный. И барабанщику я отдельно могу поставить 10 за его экспрессию, за его эмоции. Мне кажется, он там наполовину успеха этого клипа точно сделал. Вокалистки очень красивый голос, она так шикарно поет. Я бы хотела еще вживую потом посмотрю. Как она поет, просто интересно. Такой нежный-нежный голос и очень напоминающий голос из Rage the Requiem у этого, мамы, вокалиста. Вот, это очень круто. Я думаю, что здесь я поставлю 10 и вот такие клипы, и такие вот именно в таком исполнении мне нравится. Это интересно.
Хоть я могу согласиться, да, что хотя мне не нравится женский вокал, но вот вокалист его, он очень красивый. Приятный. Приятно, да, слушать. И классные кадры сделаны с видео, и красивые костюмы тоже. И, в принципе, по музыке тоже чуть-чуть, мне кажется, сначала было затянуто, но так в основном это вот, прикольно слушать, но оно реально отличается вот от классического power metal. Вот, и, в принципе, я могу поставить там 8 из 10. Вот. А еще, Гастон, напиши, пожалуйста, они помимо в Италии, где еще выступали, допустим, там, не знаю, может, какие-то еще международные фестивали там были. Просто или разогрев где-то был. Или... В России у нас знаменитые итальянские именно артисты, которые из 80-х, 70-х. Ну, типа. Северини тоже. Или Волио. А, ну и да. Ну, типа как Адриано Челентано, вот такие вот, короче. Старые артисты, ну, старые в плане того, что с тех годов. А то, что вот новые у нас как бы не очень распространены. Там же кто-то из Италии, Лакуна Коэла, по-моему. Ну да, ну вот в плане того, что как бы в таком узком кругу, не в широком смысле, а вот именно вот в каком-то определенном жанре. Ну так, допустим, если что-то спросит там из поп кого-нибудь итальянского, сказать, я ничего не скажу, потому что я не знаю. Вот. Поэтому давайте распространять новую музыку, новую группу из других стран, потому что это всегда интересно послушать, что у них есть, что новое. Вот. И мне всегда радостно открывать какие-то новые также для себя, потому что это не заезжено, это что-то новое, это как минимум уже интересно будет. И может быть кто-то найдет эту группу для себя послушать и еще прибавится так фанатов. Вот. Спасибо большое, Гастон, за всю твою поддержку. Спасибо то, что подписался на Patreon. Ребята, я вас также приглашаю на свой Patreon. Подписывайтесь, потому что вы делаете очень большой вклад, чтобы я быстрее уже купила ноутбук, мне не терпится. Вот, и это также для канала все оборудование идет, так как у меня лампа, вы сами знаете, вся сломалась уже. Вот, приматанная на скотч. Вот, и поэтому подписывайтесь на Patreon. Всех жду, всех обнимаю. И до скорой встречи в новом видео. Всем пока. Пока. И да, ребят, я очень прошу, пожалуйста, заказывать у меня на эти шапки. Если что, все ссылки в описании. Переходите, смотрите, ну и плюсом еще заказывать. Просто если вы просто смотрите, это не сильно продвигает. Да, там большие просмотры, но не особо хорошо для магазина. Именно надо покупать на этом сайте. Я очень вас прошу, пожалуйста. Все, поэтому пока.